Борьба за места в элитных школах Хабаровска развернулась нешуточно. Родители первоклассников уже идут против закона. Проблему в деталях обсудим сегодня. У нас в гостях начальник управления образования Ольга Тен. Ольга Яковлевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, действительно, проблема, можно сказать, только набирает обороты. И, насколько мне известно, есть уже даже кандидаты на вылет среди первоклассников. Угу. Вот сколько, да, к отчислению? Если мы сейчас говорим о проблеме, которая создана благодаря родителям при поступлении в первый класс, да, действительно. А если мы говорим по вопросу записи детей в первый класс, то немножечко уже у нас очень хорошо пошел спад. Сейчас у нас запись детей в первый класс продолжается каждую субботу с 10:00 до 15:00. Ну и последнюю субботу приходили родители, около 100 человек по целому городу Хабаровску, это мало. То, что касается первой проблемы, которую вы озвучили, действительно, у нас фактически все образовательные учреждения, и на это не имеют права, если вдруг руководитель образовательного учреждения показала, что родители подали заявление и документы, которые не соответствуют действительности, они не имеют права подать в органы, надзорные органы. У нас уже ряд образовательных учреждений получили из миграционной службы, что действительно есть нарушения, и причем оказалось теперь нарушение по двум направлениям. Первое – это те документы, те справки, которые не принесли, что они прописаны, оказывается, эти дети просто и не прописаны, никогда не были по этому адресу, не знаю, где они взяли эти документы. И второе – те дети, которые действительно прописаны, сейчас идет второе направление – это как раз действительно ли эти дети проживают на данной территории, которая прописана по этому адресу, или не проживают. И в первом, и во втором случае, ну, в первом случае это уже понятно, что руководители образовательного учреждения приглашают родителей и возвращают им документы, то есть отчисляют детей из первого класса. Это касается записи детей в первый класс. Все остальные дети, которые обучаются у нас сейчас в настоящее время в образовательных учреждениях, мы не имеем права их отчислить, потому что отчисляем их только в том случае, если есть заявление родителей. Потому что при приеме в первый класс родители заключают соглашение, договор между образовательным учреждением, который дает гарантию, что до 11 класса включительно, до 9 это основное образование, они обязаны этого ребеночка нашего обучать. Поэтому то, что касается первых классов. Сейчас у нас образовательные учреждения это делают, приглашают родителей, отдают им документы, и на освободившиеся места берут детей, которые проживают и прописаны на данной территории, закрепленной за образовательное учреждение. Ольга Яковлевна, ну а сколько вот детей вот этих с этими самыми фиктивными прописками отчислено? Сейчас очень сложно сказать, сколько их будет по городу, но по одной школе это, значит, 4, это 100%, которых уже точно не определены, что они там прописаны даже. Угу. А 4 человека, это еще проверяется, проживают ли они там. И вторая школа, которая, мы сейчас говорим о тех, которые ответы пришли из миграционной службы, потому что объем очень большой, около 600 заявлений подали руководители образовательных учреждений на 600 детей, это очень много, поэтому ну вот, миграционная служба по мере поступления она отрабатывает эти вопросы. Поэтому ну, я думаю, что где-то в мае месяце, может быть в апреле мы уже, ну может быть даже летом будем уже знать. Ну, родители, какое наказание за это понесут, за вот эти самые подложные документы? Ой, это есть отдельно статья, мы на нее никак не имеем права влиять, потому что это закон, и мы его не имеем права нарушать. Это будут разбираться другие абсолютно органы, но наши полномочия образовательного учреждения – это очистить ребенка из образовательного учреждения. Ольга Яковлевна, и как быть теперь детям, вот, которых, собственно говоря, очислят? Куда податься? В первую очередь идти там, где они зарегистрированы официально, где у них нет никакой липовой прописки по месту проживания своего ребенка. За каждым школой определен микрорайон. Поэтому вот для чего это сделано? Для того, чтобы каждый ребенок имел возможность поступить в образовательное учреждение, имел место в том или в другом образовательном учреждении. А все, что я хочу
чтобы мой ребенок учился в каком-то другом учреждении, это после 1 июля при наличии свободных мест. Поэтому родители, у нас, кстати, есть такие родители, молодцы, огромное им спасибо, которых это, их сейчас около 6 человек, которые просто забрали свои документы, не стали ждать, когда руководители образовательных учреждений подадут документы на миграционную службу. Пришли, признали, сказали, извините, мы вот сами по прописке забрали и ушли. Поэтому вот, ну, это своего рода тоже положительная черта родителей. Поэтому по микрорайону проживания детей они приходят в образовательное учреждение и записывают своего ребенка. Ну, понятно, родители делают вот эти вот самые эффективные прописки, но... Вы знаете, как они сейчас об этом жалеют? Представляете, они же за это еще деньги платят. Стыдно? По 50, по 1000 рублей платят куда-то кому-то и оказывается без места в школе. Ну вот готовят, значит, эти самые эффективные прописки, вот такие вот дорогущие. Ну, принимают-то кто у нас документы? Директора? Правильно. То есть они идут, опять же, навстречу родителям таким? Нет, навстречу они не идут. Вот если бы они шли навстречу, тогда они бы не подавали заявление в надзорные органы для проверки. Когда мы принимаем документы, раньше мы вообще не имели права их, мы и сейчас не имеем права, на это имеет надзорный орган, проверять, фиктивная или нефиктивная прописка. Поэтому они принимают документы, и если у руководителя образовательного учреждения есть сомнения, а сомнения бывают тогда, когда по одному и тому же адресу прописаны абсолютно два ребенка, поступающие в это образовательное учреждение в первый класс. Или в прошлом году был прописан ребенок, в этом году и еще года три назад по одному и тому же адресу. Потому что руководители образовательного учреждения очень хорошо знают свой микрорайон, знают проживающих детей, поэтому им очень легко вычислить тех, которые не по прописке. То есть они, в принципе, являются инициаторами таких проверок? Конечно, понимаю. Только руководители образовательных учреждений. Сколько будет зачислено первоклашек в этом году? Может быть, дополнительные классы открывать будут? Значит, в этом году мы планируем около 7 тысяч первоклассников, даже чуть-чуть побольше. Это примерно уровень прошлого года. Если в феврале, когда мы начинали запись, у нас было по 300, по 400 в день мы записываем, то сейчас мы их записываем по 100 детей в день. Это немного. На сегодняшний день у нас около 500 детей записано в наше образовательное учреждение. Но думаем, что за лето где-то 1000-1500-2000 будет детей еще записанных в наше образовательное учреждение. Мы, когда распределяем микрорайон между образовательным учреждением, мы сразу анализируем, какое учреждение сколько может набрать первых классов. Поэтому, учитывая, что фактически класс наполняемость у нас где-то в среднем 27 по городу, 27 не с небольшим, то мы дополнительно в этом году спрогнозировали еще 40 первых классов. Ну, не могу сказать, будет необходимость их дополнительно открывать или нет, но пока, во всяком случае, они у нас в плановом порядке, они у нас есть. Поэтому всем детям, проживающие на территории города Хабаровска и зарегистрированных, мы предоставим место в наших образовательных учреждениях. Причем очень всегда задают вопрос, ну вот у вас же есть лицеи, гимназии, куда родители хотят. У нас есть очень много школ. Ну, во-первых, я хочу сказать, что большинство школ оказывает качественное образование на территории города Хабаровска. Для этого мэром города и нашей думы делается очень много. Если говорить, что у нас ежегодно фактически 500 миллионов мы тратим только на подготовку школ к новому учебному году и на развитие материальной базы. Мы фактически каждый год делаем после капитального ремонта, открываем одно образовательное учреждение. В этом году для того, чтобы ликвидировать вторую смену, для того, чтобы выполнить указ президента при поддержке правительства Хабаровского края Российской Федерации, мы строим школу на Ореховой Сопке. Она будет как раз интересная школа по новым современным технологиям. Она будет оснащена и с уклоном космическим, потому что у нас Байконур Восточный есть, и нам необходимы такие кадры для нашего региона. И мы за счет муниципальных средств сейчас возвращаем здание школы на поселке Горького, и в сентябре тоже мы откроем эту школу, и тоже хотим ее сделать инженерной, которая необходима. И на поселке Горького вообще будет у нас одна смена
для всех детей. Поэтому я думаю, что здесь не столько говорить можно о лицее, гимназии или престижности школ. Родители выбирают разные школы. Выбирают и по месту проживания, выбирают и там, где с углубленным изучением отдельных предметов. Потому что очень важно, чтобы ребенок себя в школе чувствовал комфортно, чтобы получил хорошее, качественное образование. Поэтому администрация города для этого делает все возможное. Ну вот вы говорите то, что места, в принципе, предостаточно. Но почему тогда у нас мамы и папы так стремятся отдать свое чадо вот так называемые вот эти вот, престижные школы? Наверное, слово «престижный», может быть, не совсем подходит под образовательное учреждение. Главное, наверное, не престиж, а главное, чтобы, я уже, наверное, повторю, чтобы детям было комфортно в этом образовательном учреждении. Неважно, гимназия, лицей это, или обычная школа с углубленным изучением предмета, или просто школа. Посмотрите, насколько хороших школ. Кадетка находится вообще в Краснолодском районе, ну, фактически на окраине города. 83-я школа, которая находится на Красной речке у нас, тоже очень востребованная школа, которая дает очень хорошее качество знаний. Ну, 5-я гимназия у нас в центре города, поэтому неважно, где находится школа. Важно, чтобы она давала очень хорошие качественные знания. Ну, если говорить 33-я, 63-я школа, которая не гимназия, не лицей, но в этом году тоже там был ажиотаж вокруг. Но там уже родители смотрели, где поближе. Поэтому родители выбирают школу, где поближе, где лучший учитель, где ребенку непосредственно с его задатками вполне возможно. Ну, хотя мы прекрасно понимаем, что в первом классе что можно увидеть. Ну, во всяком случае, можно определить, какой у него склад ума, математический или наоборот. Ну вот если говорить о системе, да, лицеев и гимназий, ну, то есть эти учебные заведения ведь не должны комплектоваться по принципу прописки. Если говорить на основании закона об образовании, фактически у нас лицеи и гимназии, ну, фактически как-то перешли вообще в образовательную школу. У нас называется муниципальное образовательное, общеобразовательное учреждение, в кавычках лицей или гимназия. Они оказывают, конечно, образование с углубленным изучением ряда предметов. Но фактически сейчас отдельного статуса у нас нет. Это на основании закона Российской Федерации. Поэтому мы имеем право принимать в лицеи и гимназии, если они не принимают первый класс. У нас таких лицеев немного. Можем принимать в пятые классы. В первую очередь они принимают по микрорайону, а затем они имеют право принимать по конкурсу. Вот в пятый класс они могут принимать уже по конкурсу. Ну, а не получается ли, опять же, вот какое-то неравенство между вот этими школами, опять же, повторюсь, престижными заведениями? Это школа с углубленным изучением предмета, да. Ну, ведь в обычной школе тоже есть одаренные дети. Конечно. Что там, плохие учителя? Нет, у нас, я уже приводила пример, у нас есть в тех же самых школах и школа «Успех», и третья школа. Третья вообще у нас инклюзивная школа. Вы посмотрите, что там делается. Там же невозможно туда попасть. Хотя это школа, там, где дети с ограниченными возможностями обучаются, и обычные дети обучаются. Поэтому, ну, наверное, для того, чтобы удовлетворить все потребности родителей, конечно, и вот и существует эта программа развития системы образования в городе Хабаровске, на территории города Хабаровска, куда включены как раз вот строительство 7 школ, 7 пристроек для того, чтобы, ну, причем эти пристройки мы планировали в центре города, потому что, как правило, центр города у нас немножко перегружен, а те, которые живут в других микрорайонах, как-то попроще. Поэтому я так думаю, что в перспективе нам не нужно переживать о том, что вот какие-то нюансы будут при поступлении детей в первые классы. Давайте еще вернемся к проверкам по фиктивным этим самым пропискам. Вот, понятно, инициируют директора. Кто еще подключился? Управление внутренних дел и миграционная служба. И сколько такие проверки будут идти? Ну, я думаю, что если говорить объем большой, ну, 600 заявлений сейчас на сегодняшний день, то, ну, месяца 2-3, наверное, может быть, даже 4 будут идти. Но где-то, я думаю, в сентябре, может, уже точно. В августе, когда уже без прописки уже дети, которые не по месту регистрации будут посещать образовательные учреждения, мы уже в августе будем знать эту цифру. Смотрите, есть все-таки семьи, которые, допустим, зарегистрированы, ну, не знаю, там, за городом, а живут, снимают квартиру в Хабаровске. Ну, понятно, что ребенка же не будут за там, несколько километров. Они прописаны
в Хабаровском крае. Не прописано. Прописка за городом. Прописано. А снимают квартиру за здесь. Городом. Да. А снимают квартиру здесь. В любом случае что они должны им? Иметь временную регистрацию. Угу. Когда они предоставляют временную регистрацию, и если вдруг у директора возникает сомнение, что это куплено или какая-то неофициальная, нестандартная ситуация, и он подает миграционную службу приходит, проверяет, действительно ребенок проживает. Его не отчисляют, он как посещал, так и посещает образовательное учреждение. То есть это временная прописка, также мы можем да, по месту конечно. Жительства пойти. Главное, устроить... чтобы был факт проживания этого угу. ребенка, там, где он либо имеет временную регистрацию, либо он прописан. Давайте еще напоследок проговорим, каким образом происходит у нас зачисление в первый класс. Uh-huh. И я знаю, что интернет-запись да, вот, всю работу да, электронно. Сейчас. Значит, у нас, да, электронная запись. Да, у нас две формы записи детей в первый класс. Это электронно. Мы всегда рекомендуем родителям записываться в электронный. Не надо никуда выходить. Дома можно набрать, зайти на сайт, заполнить все документы, прикрепить их и отправить. В течение недели вам придет запрос, что вы должны принести копии оригинала документов, и вас зачислят в школу, в общеобразовательное учреждение. Вот иногда и получается, что так, родители, которые сидят дома, они попадают в образовательное учреждение, те, которые стоят в очереди, не попадают. Ну, понятно, потому что мы берем те, которые пришли согласно времени, даты и всего остального, если вдруг не хватает мест. Поэтому я рекомендую просто родителям использовать вот эту форму, но если вы хотите прийти в школу, может быть, посмотреть на образовательное учреждение, переговорить с руководителем образовательного учреждения, тогда можно прийти, принести все документы, написать заявление, и если места есть в образовательном учреждении, у нас на сегодня 15 школ, которые уже закрыли запись в первые классы, остальные школы принимают в первые классы, и отдать документы. Вот, кстати, да, укомплектование до какого числа будет? Значит, фактически до 1 августа, и даже если ребенок придет 5 сентября, мы обязаны его взять и дать обязательное образование. То есть даже так поздно можно подать документы? Даже так поздно можно подать документы, но мы не рекомендуем, потому mm-hmm. что мы комплектуем классы. Если какая-то у нас нештатная ситуация складывается на микрорайоне и вдруг не хватает, это в исключительных случаях, то мы планируем еще открытие класса какого-то на образовательном учреждении, так, чтобы не получилось... Два класса школы открыли рядом, школы 30-е, например, и 12-е, и там половина детей, полкласса, и там полкласса. Поэтому мы уже этот процесс регулируем, чтобы mm-hmm. на какой-то одной школе открывать классы, все дети, которые по микрорайону проживают и не попали в образовательное учреждение, попали в это учреждение. Ольга Яковлевна, спасибо вам большое за полезную, интересную беседу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была начальник управления образования Ольга Тен. Ольга Яковлевна, до свидания, спасибо еще раз. Спасибо, что пригласили.